Фарида Гарифуллина каждый день ходит по этому тротуару к трамвайной остановке. Каждый шаг дается с трудом. 70-летней женщине приходится либо просить прохожих, чтобы помогли ей забраться на бордюр, либо идти в обход. Здесь вообще тяжело. Мне еще вот и так тяжело было, а сейчас ноги после операции, так тут вообще не... На четвереньках надо забираться, на четвереньках. Молодые люди проблемы не замечают. Сделать широкий шаг здоровому человеку нетрудно. А вот для стариков этот участок с высоким бордюром – препятствие. Очень высокий. Нам очень сложно пожилым людям подниматься и спускаться с него, особенно когда мы едем с дачи. Это мы едем с грузом и не только. Кроме этого тротуара, вся территория возле Бызовского рынка оставляет желать лучшего. Асфальт проваливается, образовались большие ямы, ходить неудобно. Да и наблюдать недоремонт просто неприятно, говорят люди. Ямы, наполненные водой. Это рытвины, вот эти вот, провалился асфальт. С этой стороны тоже, при входе на Бызовский рынок, тоже вода стоит. Вот она долго будет стоять, там тоже очень плохой асфальт. Здесь тоже самое вот идешь. Здесь вот тоже землю можно очень хорошо разровнять. Ведь... Правда, найти хозяина участка нам так и не удалось. Он не относится ни к управляющей компании, ни к предприятию по благоустройству города. Потому приведут ли в порядок территорию и когда, неизвестно. Пенсионеры надеются, что ответственный все же найдет. И просят хотя бы поставить тут пандус, чтобы подниматься им было легче. Светлана Шумкова, Рафаэль Ракипов, новости НТР.